Друзья дорогие, животные не могут ждать. Они не могут ждать, когда им нужна срочная помощь. Не могут ждать, когда необходимо снимать уже эти спицы. А клиники, они не резиновые. Они не могут нам бесконечно отдавать и делать в кредит. Я прошу вас, друзья, сегодня мы спасаем Гонза. Но завтра в любую минуту может появиться следующий ребенок, которому будет необходима наша срочная помощь. А мы не сможем помочь, потому что долги нас давят. Ребята, умоляю, по 100 рублей, пожалуйста, ну пришлите приюту, прошу вас. Ребята, 2500 животных выживают одним Святым Духом. Ну люди мы с вами или нет? Я прошу вас, столько подписчиков, а помогает самая малюсенькая часть тех, кому действительно приют жалко. Ребята, но мы все люди. Даже если вы не любите и не хотите брать животное к себе домой. Прошу вас, ради вашей души, ради добра, переведите 100 рублей на приют. Пожалуйста, просто заклинаю вас всем добром этого мира. Прошу вас, люди, отзовитесь. Это было, да?